преддверии летнего сезона ландшафтные дизайнеры и эксперты-дендрологи согласовали в мэрии планы работ по высадке зеленых насаждений на этот год. Посадочный материал выбирали, исходя из климатических условий региона. Растения будут зимостойкие и морозоустойчивые. В весенний-осенний период на субботниках планируется посадка зеленых насаждений и кустарников на набережной реки Увать, вокзальной площади и в Троицком сквере. Здесь посадят деревья декоративных пород – 11 берез, 2 клена, 3 рябины, 3 черемухи и 10 красноцветных яблонь. По набережной реки Увать у нас планируется посадка кленов краснолистных в количестве 6 штук. Высажены они будут в специализированные бочки по посадкам на вокзальной площади. Планируем к высадке. Будет высажено 3 клена краснолистных, 1 клен друмонди и спирея, кусты спиреи.